В связи с участившимися жалобами от населения в новогодние праздники глава города проверил городские мусорки. В частности, Мавр Абдуллин проехал в районе молокозавода и старой части города. Оказалось, что подрядчики не успевают вывозить скопившийся мусор после праздников. Градоначальник дал поручение исполняющему обязанности руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нурлану Досову и руководителям подрядных компаний провести уборку мусора за сутки. На 4 января вопрос был решен. Подрядчики работали в усиленном режиме. Стоит отметить, что в планах призвать в Актобе российскую компанию по вывозу мусора, с появлением которой проблема мусора в городе должна быть решена полностью. К слову, тариф на вывоз мусора в Актобе самый низкий по стране. На человека 104 тенге. В прошлом году 3 мусороперерабатывающих предприятия объявили себя банкротами из-за низких тарифов. Кроме того, 60% жителей города не платят за услуги организации. Выбрасывают в контейнеры старую технику, крупногабаритную мебель, остатки строительных материалов. Их вывоз не входит в обязанности подрядных компаний. Кроме того, Мавр Абдуллин в праздничные выходные посетил пригородные населенные пункты Нокин, Украинка, Шелесай, Ахшат, Ахжар-2, Рауан и осмотрел снегоочистительные работы на дорогах. Следует учитывать, что погода переменная. Норма одного месяца выпадает на 3-4 дня. В период обильных осадков жители населенных пунктов не должны остаться в снежном плену. Я все понимаю, были праздники, но теперь все улицы должны быть очищены от снега.